По-моему, шайба в створ не попал. Василевский находит передачу Доуса. Смещается Доус в центр. И какая передача от Доуса на дальнюю штангу. Не попадает в створ. По-моему, это Мейсик. Вот здесь показывает нам бросок Мейсика с острого угла. И, возможно, уже после этого броска шайба пересекла линию ворот. Если это действительно так, тогда шайба Доуса будет отменена. И время придется отмотать немного назад.